Ну что? Так, ну что, мы опять-таки на таком достопримечательном месте, не в плане истории, история, я думаю, у него своя. А кино? Да, а тут мы о кинематографе, значит, нам выдали вот такой буклет, который выдают всем, когда проводят экскурсию, всем туристам, всем гостям. С левой стороны. Да, посмотрите на камень, который нарисован. Вот здесь снимали вот этот душещипательный момент в... Когда Шурик, да, когда Шурик висел вниз головой. Над рекой. Но знаешь, что самое интересное? То, что кадры следующие смонтировали. Да, и да, следующие да. кадры вообще в Абхазии где-то снимали, да, где да. он падал уже в воду. То есть снимали, как он висит здесь, а уже вообще... У меня в голове не хватит. Слушай, пойдем посмотрим, может, там есть ветка? Там, я смотрю, какая-то растительность осталась. Вот он висел как раз-таки, вот она, эта ветка. Да не, она же выше, смотри, она где-то здесь была. Мне кажется, они как-то просто, может, привинтили к дереву ветку. Не пойму. Ну, в общем, камень. Что-то похоже. Камень этот, да. Да, камень этот, он ждет вас. С правой стороны тоже камни, которые тоже ждут вас. Да, вашего внимания. Только главное, чтобы внимание, а не камнепада. Но я думаю, что экскурсии во времена там каких-то, да, там, погодных условий плохих, они не будут проводиться, да, естественно. Да, да. Когда обращаемся в какие-то такие, тем более в наш джип-тур, все нет вероятности о вашем здоровье, что это произойдет. Да. Конечно. Печально. Вообще, я, сука, вот смотрю на самый верх. Вот тот пейзаж вообще не нравится. Я, конечно, не говорю про саму долину привидений, это что-то потрясающее, это неимоверно. Смотри, пойдем вон там вот прям какие-то... Да, пойдем. Изваяния. Да. Изваяния? Изваяния, да, сделанные природным образом за счет дождей, ветров и опять-таки тех же самых камнепадов. Да. Масштабно, я тебе хочу сказать, очень масштабно. Живописно, масштабно, завлекающе, маняще. Да. Так что, ребята, не упустите свой шанс. Посетите Крым, Алушту и долину Динерджи. И джип-туры. Да, джип-туры вам в этом помогут, как никто.